Добрый день, дорогие друзья! Совсем рядом с современным израильским курортным городом Эйлат, прямо на берегу знаменитого Красного моря, находится пограничный переход между государством Израиль и Египтом. Называется он Таба. Если пересечь этот пограничный пункт, то можно попасть на территорию Египта. А дальше, через так называемый остров фараонов, небольшой необитаемый скалистый остров в заливе Акаба между Синайским и Аравийским полуостровом, можно попасть на Синайский полуостров. Синай расположен между Азией и Африкой, между Средиземным морем с севера и Красным морем с юга. Площадь полуострова составляет 60 тысяч квадратных километров. В древние времена Синай назывался Аравия Петрейская. Но в современные времена свое название Синай получил из-за одноименной горы, находящейся рядом с монастырем Святой Екатерины. И эта гора упоминается в Библии. Самая высокая точка Синая – гора Святой Екатерины, высотой 2637 метров. Сам монастырь Святой Екатерины находится у подножия горы Синай, или Хариф, на высоте 1560 метров над уровнем моря. Изначально монастырь назывался Монастырем Преображения Господня или Монастырем Неопалимой Купины. И еще с 3 века нашей эры здесь селились монахи. Но с 11 века в связи с распространением почитания святой великомученицы Екатерины Александрийской монастырь стал называться Монастырем Святой Екатерины. Первые монахи, поселившиеся здесь, вели отшельнический образ жизни в оазисе Фаран. Вокруг Купины Неопалимой. Они жили поодиночке в пещерах и лишь на большие праздники собирались вместе на богослужение у Купины Неопалимой. Монашескую общину поддержала в 4 веке императрица Елена, мать императора Константина, а в 6 веке монастырь поддержал император Юстиниан Великий. Согласно хронике Евтихия Александрийского, для защиты и обслуживания монастыря император Юстиниан переселил на Синай 200 семей из Понта Анатолийского и Александрии. Потомки этих переселенцев образовали синайское бедуинское племя Джабалия. Несмотря на обращение в ислам, происшедшее в 7 веке, они продолжают жить в окрестностях монастыря и заниматься его обслуживанием. Среди известных игуменов монастыря был знаменитый преподобный Иоанн Лествичник. Монастырь Святой Екатерины в период арабского завоевания Синая в 625 году направил делегацию в Медину, чтобы заручиться покровительством самого пророка Мухаммеда. Копия полученной монахами охранной грамоты фирман Мухаммеда, выставленной в монастыре, провозглашает, что мусульмане будут защищать монастырь, а также освобождают его от уплаты налогов. Сам оригинал документа с 1517 года хранится в Стамбуле, куда он был истребован у монастыря султаном Селимом I. Фирман был написан на коже газели куфическим почерком и скреплен отпечатком руки самого пророка Мухаммеда. «Да не сменится епископ или священник от своих мест, и не женется монах из своего монастыря. Да не разрушится ни единая из церквей или часовен их, и да не употребится ничего из принадлежащего церквам их на постройку мечетей или домов мусульманских». Однако, несмотря на полученные привилегии, количество монахов начало сокращаться, и к началу IX века их осталось всего 30. С распространением в Египте ислама в монастыре появляется мечеть, сохранившаяся до настоящего времени. В период крестовых походов с 1099 по 1270 год монашеской жизни монастыря был период возрождения. Синайский орден крестоносцев взял на себя задачу охранять направляющихся в монастырь паломников из Европы, число которых возросло. В этот период в монастыре появляется католическая часовня.
После завоевания Египта Османской империей в 1517 году турецкие власти не сократили права монахов. Султан Селим I подтвердил ключевые пункты фирмана Мухаммеда. Они сохранили особый статус архиепископа и не вмешивались во внутренние дела монастыря. Центральным собором монастыря является базилика Преображения Господня. Основная конструкция с колоннами была построена еще в период императора Юстиниана Великого. Примечательно, что сохранились двери центрального входа в базилику с ручной резьбой из ливанского кедра периода VI века. Неопалимая купина в Пятикнижии Моисея – горящий, но не сгорающий куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошел к кусту, чтобы посмотреть, отчего куст горит, но не сгорает, Бог воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в обетованную землю. В православном монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове почитается куст, по преданию считающейся неопалимой купиной. Совсем недалеко от купины неопалимой находится колодец Моисея, у которого, согласно Библии, Моисей встретил 7 дочерей мадиамского священника Рагуила, книга Исхода. Колодец в настоящее время продолжает снабжать монастырь водой. Рядом с монастырем находится церковь святого Трифона и ассуарий с мощами монаха Стефана Синаита. Бесценным сокровищем является коллекция икон музея, священных текстов библиотеки и разные предметы церковного искусства. Наиболее ценные экспонаты находятся в уникальном музее монастыря Святой Екатерины, а также библиотеке и хранилище текстов. Особое внимание привлекают уникальные энкаустические иконы, выполненные в древней византийской технике, когда связующим веществом является воск, а иконы выполнялись красками с расплавленным воском. Из известных образов сохранились иконы Христос Пантократор и икона апостола Петра и другие. Верхняя часть горы Синай или Хариф на высоте 2285 метров называется горой Моисея или Скрижалей Завета. Предание говорит о том, что сюда поднялся пророк Моисей в одиночестве, чтобы получить Скрижали Завета. 50 лет назад на вершине этой горы был построен на руинах когда-то существовавшей здесь церкви византийского периода небольшой храм Пресвятой Троицы. Для тех, кто совершал ночное восхождение на величественную гору Моисея, путь на вершину которой в одну сторону мог составить 4 часа, открывается прекрасный вид на величественные горы во время рассвета. Дорогие друзья, всем большой привет из Израиля! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте кнопку «Супер спасибо», становитесь спонсором нашего канала. Всем здоровья, хорошего настроения и большой привет от нас с Ларисой из Иерусалима.